Девочки, я вам покажу набор на Вейдж. Вот такая коробка. К сожалению, очень сложно показать в камеру. В общем, здесь 5 средств. Приходит достаточно хорошо упаковано. Все по фирме. Шведский бренд Oriflame, который я нежно люблю. И люблю, потому что пользуюсь сама и очень рекомендую своим клиентам. Все, кто покупал, еще никто никогда не расстался с этим продуктом. В общем, лифтинг-уход, который я сейчас в настоящее время себе взяла в очередной раз. У меня одно кончается, другое приобретаю. Это легкая серия, которая как раз очень хорошо будет в сентябре. В общем, получается 5 средств очищения. То есть умывалка, сыворотка, дневной, ночной и крем для ухода в области вокруг глаз. Мне хватает очень надолго, ну где-то месяца на два. Так что выгодное предложение. И если вы оформляете дисконтную карту, то у вас идет на 1000 дешевле. Ну и, кстати, можете меня поздравить. Я похудела на 5 килограмм. То есть это спорт плюс wellness. И мне очень помогает то, что я села на бессахарную диету. Это вообще уникальная штука. Очень хорошо уходит вода. И чувствую себя вообще как бабочка. Так что всем рекомендую сесть на бессахарную диету на 11 дней. Ну и, девчонки, не забывайте, что у нас сентябрь, еще лето. Еще будет достаточно тепло. И вообще прогнозируют, что осень у нас будет даже жаркая. Поэтому не забываем про очищение. Очень хорошие средства есть в корейском бренде Dr. Power Lab. Мне очень нравится у них очищение. Очень нравятся увлажнялки. И неоднократно повторяла, что есть крем 4 в 1, где и сыворотка, и крем. В общем, уходовые средства роскошные. Обратите внимание на этот бренд. Ну, как всегда, буду показывать все одной рукой. В общем, вот такая коробка на Вейдж Плюс. Раньше это была такая здоровая коробка, большущая. Сейчас вот такой маленький чемоданчик компактный. Но достаточно круто все упаковано. Давайте вместе открывать. Я просто на Вейдж Плюс покупала всегда средства в розницу. Чтобы так взять набором, это первый раз. Потому что я всегда брала на Вейдж и старой линейки. А теперь вот на Вейдж Плюс вот купила это лично для себя. Сразу, видите, как здорово прям. Более четкие контуры. Вот такая вот, как открыточка. Все тут как инструкция, все расписано, что зачем. Ежедневный уход. Ну, девочки, можно расколоться на 8 тысяч, да, раз в жизни. И приобрести себе. А если с дисконтом, то получается в районе 7 тысяч. За 5 средств, считаю, очень хорошо. Так, с чего начинаем? Начинаем мы вот с умывалки. Каждое средство в коробочке. Помимо того, что чемодан, еще коробочка. Это средство для умывания, то есть очищения. Вообще умывалки от Novage из Oriflame я просто обожаю. Это круто. Это вам сразу говорю. Я показывала фото своих клиентов, кому я делала полностью уход Novage комплексом. И все пищали от восторга. Вот так вот выглядит. Очень здорово, что все в диффузионных упаковках. Здесь, по-моему, только единственное, что ночной крем в баночке. А так все в диффузионных упаковках. Вот с носиком. Это умывалка. Так, по емкости, по-моему, сейчас посмотрю. 150 миллилитров. То есть стандарт. Дальше. Дальше у нас глаза. Это средство по уходу вокруг глаз. Ну, здесь, конечно, сейчас посмотрю, в какой. Но это тоже в диффузионной упаковке, потому что Novage, это считается люксовая линейка. Угу. Вот, смотрите. Ах, нет, здесь, видите, как теперь силиконовый. Господи, одной рукой я не открою, но, в общем, видно. Силиконовая такая штучка. То есть идеально мягкое нанесение. Сейчас запечатано, я одной рукой не открою. Это у нас глаза. Это сыворотка. Сыворотка Novage. То есть после очищения сначала сыворотка, потом уже крем. Либо дневной, либо ночной. Все, как всегда. О, какая теперь красивая, нарядная. В общем, сыворотки в наборах отличаются все. У нас крема, это вот у меня легкие, дневной, ночной. Лифтинг-уход, а есть сыворотки. То есть тот актив, который вложен в этот набор, он и определяет, значит, назначение
самого комплекса. Либо это против пигментации, либо это питание активное, либо это лифтинг, уход. В общем, там несколько видов наборов, можно посмотреть на сайте. Я себе взяла вот лифтинг уход на осень, но взяла легкую серию. То есть вы себе выбираете то, что вам нужно. Ну вот у меня сыворотка лифтинг уход, тоже положу рядом. Так, это здесь видите даже коробки разного цвета, боковушки. Вот. То есть вот фиолетовый это лифтинг, сыворотка, да, вот глаза тоже она какая-то розовая. Это вот что у нас? Это NAVAGE Active, мультиактив, антиэйдж, то есть это как раз с SPF 30, легкий крем дневной. У меня отдельно этот легкий крем, я им пользуюсь с SPF 30 все лето, пользуюсь, потому что терпеть не могу пигментацию, особенно когда это от загара. Вот тоже в диффузионной упаковке, думаю, этот открою, да. Вот видите, когда это в диффузионной упаковке, это, во-первых, очень гигиенично. Мне нравится, что не лезешь никакими лопатками. Так, по емкости сориентирую я вас, так, наверное, 50 миллилитров. Да, 50 миллилитров емкость. Ну, я говорю, что этот крем достаточно надолго хватает. Ну и последнее, что здесь у нас? Последнее – это ночной крем. Тоже, наверное, легкий, потому что, вот видите, здесь серая боковушка и показана текстура кожи. Все картинки это текстура кожи. Собаки меня, как всегда, перебивают. Тоже 50 миллилитров NAVAGE Plus. Вот такой. В общем, девочки, очень я считаю, что нас побаловали, когда выпустили эту линейку. Я достаточно давно пользуюсь NAVAGE. Мне очень нравится работать этими продуктами и очень нравится для личного использования. Кожа вообще превращается, она просто отдыхает. Кожа превращается, ну, в общем, лет пяток-то вы скинете, это я вам гарантирую, потому что выравнивается текстура, затягиваются поры, кожа становится более упругой. И что мне нравится, то, что нет привыкания к этим средствам. У меня тут еще затесалась Джордани флюид, это я сейчас пришла с работы и вот притащила с собой. Флюид Джордани, темный оттенок, как раз для загара, потому что он у меня лежал в кабинете, я что-то про него забыла. Еще один полный, думаю, надо пока лето его использовать. Кстати, кто спрашивал про Джордани и каким тональным средством пользоваться летом, я вообще люблю флюиды. Я их люблю зимой и летом. Но на зиму вот еще антивозрастная из Джордани мне очень нравится. Гармонизирующая тональная основа у них неплохая. А летом только флюид. Вообще люблю все легкое, потому что утяжелять кожу уже не имеет никакого смысла. Что могу сказать вдобавок и вдовесок? Средства все очень крутые, сделаны качественно, произведено все, слава богу, в Польше. Все волновались, что когда Oriflame переедет и что будет дальше, и где будут выпускать. Слава богу, все это польское. Сделано все это на заводе. Вот, и я считаю, что одного набора на NAVAGE на 2 месяца ежедневного использования вам реально хватит. Так что пока есть такая возможность прикупиться, и у кого есть желание привести себя в порядок и осенью выглядеть красиво, уверяю вас, что это вам поможет и, конечно, спасет от всех неприятностей, которые только могут быть связаны с нашей погодой. Всех обняла. Пока-пока.